Православный приход должен представлять собой единое целое. Об этом неоднократно говорила в священном начале. Не устает повторять эти слова и настоятели храмов. В Городце эти слова не разнятся с делом. Здесь уже несколько лет занимаются возрождением традиций приходских праздников. С подробностями наши нижегородские коллеги. Что такое православный приход? До революции это был церковный округ, состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, имеющий свой храм с причтом. Приход выполнял огромное количество функций. Это обучение прихожан, ведение особых метрических книг, благотворительная деятельность. Без преувеличения можно сказать, что православный приход был одной большой семьей. Верующие вместе делили невзгоды, вместе радовались достижениям. В рамках проекта, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру, в Городецкой епархии возрождают старинную традицию приходских праздников. В светлые пасхальные дни такое торжество состоялось в Спасской церкви Городца. По православному обычаю праздник начался с божественной литургии. Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Праздник организуется силами верующих прихода, а также воспитанников воскресной школы. По наблюдениям организаторов мероприятия, подготовка к празднику объединяет людей, дает им возможность почувствовать себя частью единой большой семьи – православной церкви. Сегодняшнее событие – это тоже приходской праздник, который объединяет в себе элементы просвещения, и катехизацию, усорковление и той же самой социальной работы. Неотъемлемой частью приходского праздника по-городецки является ярмарка. На ней продаются игрушки, сделанные руками воспитанников воскресной школы. Вырученные средства идут на оплату паломнических поездок. Таким образом, ребят учат ценить свой труд и грамотно расходовать заработанные деньги. Дети воскресной школы, они трудятся, поделки делают, они составляют какие-то концертные планы, песни составляют. У них даже как бы в семье нет какого-то общего дела, а тут их все вдохновляет и объединяет. Храм – это не только дом молитвы. В Городецкой епархии стремятся к тому, чтобы каждая отдельная церковь была центром православной культуры и просвещения, тем самым возвращаясь к дореволюционным традициям приходской жизни.